«Привет. Ну, тот, кто вызвал на бой Андрея Разина, кажется, поторопился». Тем временем стало известно, что Илья Ковальчук пропустит неделю из-за травмы. Но я думаю, нападающий «Авангарда» специально пропускает матч с рижскими «Динамовцами», чтобы его не украли. Нападающий Вашингтона Евгений Кузнецов вышел из карантина и приступил к тренировкам. В интервью он сказал, что никаких болезней и не боялся, так как родился в России. Главный матч, прошедший ночью, — битва за Нью-Йорк. Но она получилась немного скучной, не такой энергичной, как обычно, хотя всплески случались. Лучшими оказались вратари. Семен Варламов провел уже третий матч на ноль в этом сезоне, и, к сожалению для Рейнджерс, две встречи пришлись на них. Варламов был спокоен, невозмутим и отразил больше 30 бросков. Но и к шестерке никаких претензий нет. Две шайбы — это ничего, но большие вопросы к нападающим команды. Панарин опять растворился и ничего не мог поделать с защитниками. Бучневич был сосредоточен на созидании, а мог бы и сам брать инициативу на себя. Местные таланты, кажется, никак не могут привыкнуть ко взрослому хоккею. Наконец, вторую шайбу в сезоне забросил Евгений Додонов из Оттавы, правда, не без помощи защитника Эдмонтона. Но хоть что-то, впрочем, его команде это не помогло, и они снова уступили Ойлерс. Правда, теперь столичная команда выглядит все-таки гораздо веселее, чем в начале сезона. Радует, что все больше доверия получает Артем Зуб. Михаил Григоренко вернулся в состав Коламбуса, но его роль не изменилась. Он по-прежнему играет не больше 11 минут, не успевая ничего сделать в атаке за это время. Впрочем, его команда переиграла Каролину, а игра была знаменита тем, что Патрик Лайне не выходил на лед в третьем периоде. А ведь его недавно обменяли на Дюбуа. Александр Барабанов вновь получил жалкие крохи в игре за Торонто против Ванкувера. На хотя бы не жалкие 5-7 минут, чуть больше. Илья Михеев хоть и набрал один балл, но у него проблемы уже с игрой в обороне. Везет, что команда побеждает, и это не бросается в глаза. И отметим, что Илья Любушкин одерживает третью победу подряд после возвращения из России. Хотя на этот раз он не может похвастаться показателем полезности, но защитник уже старается бегать в атаку. В АХЛ Алексей Мельничук понял, что такое оборона его барракуд. Три шайбы из пяти в его ворота были заброшены после грубейших ошибок защитников. Правда, одно он и сам себе привез. Никита Ахатюк из Бенхэмптона был на льду, когда соперник дважды реализовал большинство. Хорошо, что в статистике это не указывается. Голкипер Далласа Антон Худобин признался, что проспал тренировку, из-за чего его отстранили на одну игру. Ну что же, справедливое наказание за мелкий проступок. Национальная сборная России продолжает готовиться к Евротуру. Правда, состав там странный, слишком много хоккеистов из клубов, которые попали в плей-офф. Обещали совсем другое. Мы узнали на пресс-конференции перед отъездом в Швецию. Главное, хоть немного рассказали, почему Владислав Каменев не играет в СКА, но при этом вызывается в олимпийскую сборную. Оказывается, у него были проблемы со здоровьем, а в список травмированных почему-то вносят не всех. В сборной не считают, что в России проблема с центральными форвардами, несмотря на то, что мы тут посчитали, кто может поехать на Олимпиаду в Китай, и прослезились. При этом в штабе считают, что еще можно побороться за Евгения Кузнецова, хотя на самом деле на это нет никаких надежд. Кузнецов пойман на кокаине, по новым правилам дисквалификация за это не предусмотрена. Но беда в том, что под амнистию попадут не все, а лишь те, кто сдал положительный анализ в отпуске. Евгений же попался на чемпионате мира. Не совсем ясно, кто все-таки является главным тренером сборной. На Евротур не едет Валерий Брагин, а главным будет Игорь Ларионов. Из трех этапов Брагин руководил командой только в Москве. И если в Финляндию ездила молодежка, то сейчас отсутствие тренера совершенно непонятно. Правда, и об его отставке тоже не говорили. Еще стало ясно, что мы едем исключительно за победой, хотя надо посмотреть кандидатов на чемпионат мира. Вы же помните, что в Ригу могут не отпустить игроков из НХЛ, причем во все сборные. Капитаном национальной команды будет Дамир Джафяров из Торпедо. Но это уж совсем не важно, так как в этой национальной команде только один глава, тренер и капитан. Уже произошли две замены. Вместо Галимова из Акбарса поедет Моисеев из Витязя, и это справедливо. А вот вместо Каюмова взяли Рубцова из Сочи. Штабу сборной все-таки надо смотреть матчи КХЛ, хотя бы изредка.
И последнее. Акбарс продлил контракт с нападающим Ильей Сафоновым до 2024 года. Совсем недавно этот хоккеист выступал на молодежном чемпионате мира и не слишком успешно. Но это значит, что казанский клуб будет выступать в следующем сезоне в КХЛ. Очень неожиданно. До свидания.